Добрый день. Я могу предложить тебе чаю? Нет, спасибо. Мне нужно сказать тебе нечто важное. Слушаешь ли ты меня? Да. Чашка чая – всегда хорошая мысль. Пойдем, присаживайся. Знаешь, зачем я тебя позвал? Выпить чаю? Ты здесь потому, что ты что-то знаешь. Не на уровне сознания, но в глубине души ты всегда это знал. И теперь ты пришел сюда, чтобы постичь истину. Что я знаю? Что существует высшее сознание. Сознание Вселенной, с которым мы соединены. Оно есть? Конечно, есть! Твоя душа. Что вы делаете? У тебя есть секрет, от которого ты очень страдаешь. Гуруджи, я пришел сюда не за истиной. Я пришел найти подругу. Знаю. Но я говорю о том, что у тебя в голове. Нельзя нести эту ношу в одиночку. Это разрушит... Слушайте, я не знаю, что вы думаете обо мне, но я в порядке. Нет секретов. Другим лгать ты можешь, но самому себе никогда. Знаете что? Ладно. Всем остальным нужно ваше одобрение, но не мне. У тебя есть дар. Ты можешь находиться в сознании Вселенной, что окружает нас. Ты можешь ощущать биение всех живых существ. Внутри тебя много скрыто. Только ты можешь выбрать их увидеть.